Самый большой в истории Петербурга флешмоб прошел накануне на Дворцовой площади. В честь уникальной даты 12-12-12 молодежь повторила танец, благодаря которому южнокорейский певец Псай попал в Книгу рекордов Гиннесса. Чтобы хорошо станцевать, нужно хорошо размяться, говорят организаторы. Поэтому и начали с массовой зарядки. В первую очередь суставная гимнастика, затем дыхательная практика. И пусть на зарядку пришло человек 200, на сам же флешмоб собралось порядка 1000 танцоров-любителей. Зарядка – это у нас уже традиционная фишка, что называется. Вот мы ее в течение года популяризировали и проводили здесь на Дворцовой площади. А вот завершить год решили вот таким необычным флешмобом, привлечь еще раз внимание к этому мероприятию. Мы его планируем развивать, увеличивать охват и в будущем году. Станцевать на Дворцовой площади мог любой желающий. Единственное требование – нужно знать последовательность движений. Для этого проводились специальные тренировки. Те же, у кого времени не было, разучивали дома с помощью обучающего видео. Некоторые петербуржцы готовились несколько месяцев, и все ради пары минут. После выступления, которое состоялось на Дворцовой площади, самые активные участники флешмоба отправились в Линэкспо, где открылся 10-й форум малого и среднего предпринимательства Петербурга. Там танцоры-любители тоже показали свой танец.